Вот это мы наблюдаем из года в год, 3 года подряд. Полигон в миниатюре красуется во дворе многоквартирного дома. Мусорный контейнер принадлежит жителям дома на Антона Петрова, 108. Вот только баком пользуются не только собственники, а все соседи в округе. Этот мусор собирается со 110-го, со 110-го А и со 108-го А. Еще нам носят сюда и 106-й мусор могут принести. У них есть свои мусорки, но они не хотят туда его выбрасывать. Туда надо идти подальше немножко, а нам здесь очень хорошо. Они идут из домов на остановку и все сюда носят. Смотрим, утром встаем, мусор, вечером приходим, еще больше мусора. Баки соседних домов, естественно, пустуют, так как расположены в неудобном для большинства месте. Мусорная драма на Антона Петрова, к слову, продолжается уже много лет. Мы неоднократно рассказывали о ней, в том числе и в программе «Коммунальный патруль». Ну, куда вы там проживаете? Это просто мусорка этого дома? Вы в этом проживаете? Нет, он проживает вон в студии. Коммунальные юристы советуют обратиться с официальной жалобой в администрацию района. То есть для того, чтобы поменять место расположения контейнерной площадки, необходимо обратиться в соответствующую районную администрацию с заявлением о необходимости переноса. Если есть предположение, куда можно перенести по разумению заявителя, можно указать такое место, распечатать на карте, показать. Администрация, в свою очередь, рассмотрит жалобу, согласует варианты с Роспотребнадзором и будет принимать решение. А пока продолжается борьба за чистый двор, жителям ничего не остается, как просыпаться по утрам, брать чашечку кофе, подходить к окну и портить себе настроение. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.